В городе Видное открылся гоночный сезон. На соревнованиях по бега-велоспорту встретили 136 детей в возрасте от 1 до 10 лет из разных городов Подмосковья. Также были участники из Москвы, Тулы и Воронежа. Беговелы – это такие маленькие велосипедики без педалей на двух колесах, разных размеров колеса. В общем, начиная от 1 года, детки могут на них кататься. В общем-то, это такая подготовка к велосипеду двухколесному. Максим Панасюк – победитель в самой младшей возрастной группе. Ему всего 1 год и 10 месяцев. Юный гонщик освоил беговел совсем недавно, но уже успел принять участие в нескольких соревнованиях. Да, он бегает и на тренировку у нас ходит. Активный мальчик, как бы желание проявляет сам, за старшим братом тянется. А разговаривать он умеет? Разговаривать мама, папа. При желании. То есть спортом он уже умеет заниматься? Да, спортом он умеет заниматься, но пока молча. В гонке мог участвовать любой ребенок. Главное требование – наличие шлема и исправного беговела. Дети постарше соревновались на двухколесных велосипедах. Еще мы делаем, мы еще ездим вокруг фока, иногда мы делаем змеечку, и еще мы там делаем, мы там катаемся на пантрейке. Не все маленькие спортсмены понимали, что рядом соперники, но вовремя ориентировались, что к финишу надо все-таки прийти первыми. Зато недетское волнение царило среди болельщиков. Поддерживали подрастающих чемпионов, их мамы, папы, бабушки и дедушки. Победителей и призеров было очень много. Всех детей оценивали в разных возрастных категориях. Наталья Буслаева, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.